Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Максим Галкин поделился новым видео в утренней домашней обстановке. И вот, собственно, что я хотел сказать. Уже ничего. И что это на голове, ну? Артист хотел записать новый влог, но ему помешали в этом крики его дочери Лизы и сына Гарри. «Когда хочешь что-то сказать с утра», написал под публикацией супруг Аллы Пугачевой. На видео он хотел поделиться с подписчиками какими-то умозаключениями, но его прервали крики детей. Комик сбился с мысли и уже не смог вспомнить, о чем хотел сказать. Также Галкин оценил свою утреннюю прическу, сказав: «И что это на голове, ну?» Но если ты ведешь общественный образ жизни, то будь готов ко всему. Посмотрев ролик, подписчики уличили юмориста в использовании губной помады. Уж больно яркие были у него губы. Озадаченные фанаты начали писать комментарии, спрашивая, так ли это на самом деле. Галкин все отрицает, поэтому решил записать ответное видео, в котором показал, что нет у него губной помады. Ребят, все, кто считает, что у меня накрашенные губы, ну не накрашены они, это их натуральный цвет, видите, нет ничего, ну губы у меня такие, от природы красота. Ребят, все, кто считает, что у меня накрашенные губы, ну не накрашенные они, это их натуральный цвет, губы у меня такие, от природы красота, сказал Галкин. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях. Оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.